Привет. Привет. Куда ты едешь? В Минеральные Воды, на Кавказ, село Мариинка. Так, мы начали наше новое путешествие. Вот, в этот раз мы едем с меньшим количеством остановок. И первый отрезок у нас до Ростова. Мы так предполагаем, по крайней мере. В Ростове мы делаем ночевку и вторым отрезком должны доехать уже до финальной точки, до Мариинок. Уникальное и потрясающее место, единственное, где я встречал, это кусочек трассы, где разрешена скорость 130. Вот. Ну, при этом можно, естественно, ехать чуть побольше, но нигде в Подмосковье я таких знаков даже и не видел. Вот этот кусочек за Воронежем в сторону Ростова. В очень большом участке платной трассы у нас заканчивается бензин. Навигатор проложил нам дорогу с таким расчетом, что нам не хватает бензина на 4 километра. И мы совершенно неожиданно нашли съезд с дороги, которого нет на карте. И собираемся его исследовать, чтобы проложить более короткий маршрут. Вот, то есть сейчас мы ищем заправку и надеемся, что сможем заправиться. Да, населенный пункт называется Верхний Мамонт. Опять новые места посмотрим. Смотрим новые места, ищем заправку. Так мы внезапно оказались в селе Верхний Мамон. Наверное, первый раз, когда у меня почти закончился бензин. Но в итоге он все равно не закончился. Вот, и стоит учесть, да, вот этот отрезок, он очень-очень большой. И тут нет ни одной заправки, а перед ним всякое дерьмо типа Газпрома и вообще неизвестных брендов. То есть, если не заправиться сильно заранее, то можно остаться без бензина. Так что, ну, мы сейчас заправимся и поедем дальше. Так, мы успешно заправились, но пока ехали, обнаружили, здесь, оказывается, есть памятник. Сейчас мы подойдем и почитаем, что же там написано. Ага, это не просто памятник. Да, это воинское захоронение. Надо потом узнать поподробнее. Всем привет! Мы в этот раз доехали до Каменска за один заход. В этот раз не пришлось ехать по понтонному мосту, потому что все свободно. Да, к сожалению, потому что было весело. Вот, и мы решили здесь перекусить, и кафешка, это наш любимый помпончик, работает только на вынос. Вот в Москве все сняли, а здесь оно работает только на вынос, да, сидим на улочке. Очень жарко, ну нормально, 39 градусов, тепло. Хорошо. 39, я тоже проверял. Вот. Сейчас покушаем и поедем дальше до Ростова. В конец этого дня мы доехали до Ростова. Сейчас мы его объезжаем по трассе М4. И после этого будем искать, наверное, где-то ночлег, чтобы завтра с утреца со свежими силами приехать в Минеральные Воды. Вещай. Знаете, я вещаю? Да. Мы решили переночевать в отеле под названием Старая Мельница. Он выглядит вот так. И находится прямо рядышком. Да, вот там машина. Короче, обычный придорожный мотель, но симпатичный, да. Доброе утро. Мы переночевали в этом отельчике. Ну, нельзя сказать, что он супер хороший, уж тем более, наверное, супер плохой, но, к сожалению, это одно из мест, конечно, которое я не могу рекомендовать.
Вот, есть свои минусы. Вот, ну, в принципе, мы выспались, было относительно тепло и тихо. Вот, не считая детей, которые почему-то под окнами играли в прятки в 5 часов утра. Вот, так что сейчас мы продолжаем свой путь. Вот, стартуем последний отрезок, ехать там чуть больше 400 километров. Вот, так что уже к обеду, я думаю, будем на месте. Нормально. Ну вот, собственно, с утра мы выехали в последний отрезок. Вот, планируем за один заход, но максимум с обеда заехать на минеральный ход. После Кущевки идет небольшой кусочек платной трассы, на которой почему-то нельзя ехать больше 90. Очень интересная платная трасса. Вот, а в целом потом заканчивается двойник и превращается в обычную дорогу. Куча обгонов, куча грузовичков. Мы въехали в Ставропольский край только что, проехали пост ДПС, вот, никому там и не интересно, нас посмотрели и поздоровались, сказали до свидания, вот, даже не пришлось останавливаться, вот, решили сделать привал на Лукойле, потому что мы не поели в том отеле, решили не рисковать, ужин нам не очень понравился, вот, решили с утра не есть, поэтому сейчас мы, наверное, попьем кофейку, что-нибудь съедим. Покажу, вот такая вывеска вот он Лукойл. О, все топают, машите руками. Жара? 35? Да. Очень хорошо, хоть погреемся. А вот такая вот потрясающая, причем совершенно бесплатная дорога, по которой можно ехать нормально. Вот есть железный отбойник. Странно, нету, конечно, сетки от животных. Ну, в общем, асфальт офигенный, ехать можно, не напрягаясь. Ну что, время идет 12:30. Вот, и мы успешно добрались за полтора дня от Москвы с одной всего ночевкой. Вот, так что интересного было мало. Вот, потому что мы ехали просто лишь бы доехать, просто побыстрее, чтобы сэкономить время, потому что да, в этом году у нас очень-очень мало времени на отдых и на эти путешествия. Вот, ну, надеюсь, в следующий раз будет получше.